Напутствие и слезы. В школе номер 6 города Владимира в этом году выпускают только один класс. Всего 27 человек. Сегодня напутствия для них прозвучали от учителей, родителей, заместителя начальника управления образования администрации города Владимира Елены Марковой и даже от первоклассников, которые вскоре станут сменщиками нынешних 11-классников. У нас вообще школа такого немножко семейного склада, то есть как бы у нас мы живем одной семьей, все старшие, младшие, вот, и поэтому у нас учатся всегда целыми семействами, там старшие братья, сестры, и родители бывают обучились, привели своих детей, поэтому у нас вот такая традиция какого-то такого очень доброжелательного взаимоотношения между учителями, учениками и родителями. Екатерина Косарева родную школу покидает с грустью. Не хочет прощаться с одноклассниками и учителями, которые уже стали буквально вторыми родителями. В будущем Катя планирует поступить в вуз по направлению педагогики и, возможно, вернуться в родную школу уже в качестве учителя. Это странный выбор. Просто в какой-то момент мне очень понравилось, когда я попробовала на день самоуправления в школе вести уроки, и я поняла, что это то, чего я действительно хочу заниматься, тем, что мне нравится очень. В рамках последнего звонка чествовали и ветераны городской сферы образования Инну Алексеевну Кутузову. Она в школе номер 6 учителем английского языка проработала более 60 лет. Сейчас ей 83 года. Сегодня ее проводили на пенсию. Грустно расставаться невозможно, но я преодолею. Я преодолею, потому что я говорю школе, я не говорю вам прощайте, я говорю вам до свидания. Вот, потому что я знаю, что мне придется все равно по жизни встречаться с моими любимыми родными людьми. Не оставили без внимания ученики и других учителей, в том числе классных руководителей, тех, с кем они делали только первые шаги в мир знаний, и тех, кто сегодня провожает их в свободное плавание. Выпускники подарили им цветы и прощальный вальс. Торжественная линейка состоялась во Владимирской государственной филармонии. Там окончание 11-летнего этапа своей жизни отметили выпускники промышленно-коммерческого лицея. Среди них и победители Всероссийской олимпиады по английскому языку, а также региональных и муниципальных конкурсов. Выпускаются и 10 медалистов. Дети всегда дети, и кто-то их ругает, кто-то их хвалит, кто-то... Они все разные, но они все замечательные, все интересные. Вот. Так что многому у них учимся, они совсем по-другому на жизнь смотрят. Они жалко отпускать таких золотых детей, можно сказать? Вы знаете, обязательно жалко, но мы всегда надеемся на то, что придут другие и будут не хуже, а лучше. Всего стены лицея покидают 126 человек, а в целом по городу 1753 учащихся 11 классов. Это выпускники 43 общеобразовательных школ и гимназий города Владимира. Хочется пожелать нашим выпускникам быть счастливыми, потому что счастье, оно у каждого свое, но именно счастье определяет то, как человек идет вперед, как он чего-то добивается. И хочется пожелать нашим детям быть неравнодушными. Неравнодушными к этому миру, к жизни, к работе, к семье, к окружающим их людям, ко всему. Владимирских выпускников поздравил глава города Андрей Шохин. Находясь в рабочей командировке в инновационном центре Сколково, он пожелал владимирским 11-классникам дерзать, экспериментировать, трудиться на благо нашего города и всей страны. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».